С первых минут игры спортсмены из команды «Буревестник» буквально атаковали соперника и уже в первом тайме отправили в ворота «Арсенала» сразу 7 мячей. Автором первых 4 голов стал опытный футболист Василий Илюшкин. По словам спортсмена, секрет успеха в том, что всех игроков между собой связывает давняя дружба. Поэтому их команда такая сплоченная. У нас очень слаженный коллектив. Команда давно играет, друг друга все понимают. Ну и настрой, самый главный настрой перед игрой. Несмотря на разгромный счет на табло, спортсмены из «Арсенала» не спешили сдаваться. В футболе все может измениться в один миг. Поэтому игроки делали ставку на второй тайм. Да, то, что происходило в первом тайме, конечно, сложно объяснить, потому что команда не может между собой не то что сплотиться, а сыграться. Видно, команда немного сильнее нас, конечно. Вот. Но мы пытаемся отыграться и вообще выиграть. Второй отрезок игры показал, что «Арсенал» действительно по-прежнему настроен на победу. Уже на первых минутах тайма они отправили в ворота «Буревестника» первый мяч, но получили в ответ еще один. Матч закончился со счетом 1-8. Сегодня команда «Буревестник» находится на второй строчке турнирной таблицы. А это значит, что до чемпионства совсем немного, и ребята готовы сражаться за золотые медали до конца. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.